Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Несколько минут назад СМИ сообщили о смерти актера театра и кино Петра Никитина. Печальное известие коллеги артиста сообщили на официальной странице Фейсбука Академического драмтеатра имени Ивана Франко в Украине, где артист работал последние годы своей жизни. Отмечается, что украинский артист умер внезапно, вчера. Артисту было всего 61. Причина смерти пока что неизвестна. Отмечается, что Никитин обучался на театральном отделении Харьковского института искусств. За время своей актерской деятельности он успел поработать в разных театрах, в том числе в Национальном драмтеатре «Лесі Українки». В фильмографии Никитина насчитывается 10 проектов, среди которых «Шулер», «Высшая мера», «Депутатики», «Вкус счастья», «Чужие грехи» и «Слуга народа». 3 года назад Петр Никитин начал работать в театральной труппе театра имени Франко в Киеве. До последних дней своей жизни он выступал на сцене.